Краевой турнир по хоккею на Кубок губернатора прошел в минувшие выходные в Фетисов-арене. На льду за места на пьедестале сражались команды Тихоокеанского флота, 5-й общевойсковой армии, УМВД, ГУФСИН, МЧС, прокуратуры и команда Приморья. В финале фавориты соревнований «Моряки ТОВ» обыграли сотрудников прокуратуры со счетом 3-2 и стали трехкратными чемпионами краевого турнира, посвященного в этом году 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Бронзу завоевали полицейские. Олег Кожемяка поздравил участников соревнований и вручил им медали и кубки. Лучшим нападающим и бомбардиром турнира стали игроки команды ТОВ Дмитрий Ульянов и Павел Кудряшов. Лучшим защитником признан Александр Занчев из команды прокуратуры, а Сергей Ли из МВД был лучшим стражем ворот. Игра получилась очень хорошая. Огромное спасибо губернатору нашего края Олегу Николаевичу. Огромное спасибо передаем Министерству физкультуры и спорта в лице министра. Спасибо администрации хоккейного клуба «Адмирал» и Фетисов-арены за предоставление этого льда. Как отметил губернатор, в России хорошие хоккейные традиции. В Приморье этот вид спорта активно развивается. Строятся ледовые арены в поселках Кавалерово и Врангель, в Находке, всего и в крае будет 11. Анна Дьякова, новости на 8.